Эх, ребят, тяжелая жизнь русского блогера. Любого блогера. Так, стоим мы на месте, которое я очень люблю. Очень много всего памятного связано, просто не перечислить. В общем, как будто бы... Да не как будто бы, а в общем-то жил я здесь, друзья мои. Ну, вот здесь вы знаете, что будет миссия там на этом... Подождите, по-моему... А, подождите, дай проверим. Может, подъемный кран-то мы даже сейчас уже можем на нем покататься. Здесь вот будет миссия, здесь будут машину заливать бетоном. То есть настоящая такая лютая бандитская разборка. Так, в общем, тут было раньше вот это вот такое светилось. Вроде около... А вот оно и светится. Ну что, залезем, посмотрим. Enter, чтобы залезть в подъемный кран. Влево и вправо, чтобы вращать кран. Ну что, просто так? Но офигеть. Интересно, а если этим грузом махнуть как следует там, вот по этой стене, мы сможем или нет? Пробел, чтобы опустить. А, пробел, чтобы опустить. Ага. Сейчас мы попытаемся его раскачать и жахнуть по этой стене. Нет, не жахается. Еще раз. Нет, слишком, может быть, высоко. Так, сейчас вот жахнем в последнюю очередь. Нет, не жах. Вон эту разбили. Сейчас это еще разобьем. Не, жаль, что нельзя с него спрыгнуть. А, смотри, кстати, вот мы ее опустили, она тут и вращается. Это тоже приятно. Так, на ней повращаюсь, вон она. Этот не виден. А вот сейчас виден шнур. Так, ну, в общем, здесь все симпатично. Смотри, вот сюда мы залезали. Ну, давай уж заодно посмотрим, может, у нас и тут что-то есть хорошее. А можем мы через окна выпрыгнуть? Мы и через окна можем выпрыгнуть вообще в класс. Ладно, давай зайдем сюда. Вот здесь удобно эти устраивать зарубы с полицией. В общем, когда залезаешь вот на одну из этих заброшек. Ну, например, я думаю, даже сюда. Нет, не перелез. И, в общем, полиция отсюда тебя достать не может вообще. Вот эти все штуки мы должны будем сносить на бульдозере. В общем, ладно, такой маленький вялый обзорчик. И давай пойдем дальше. Вон тут можно техасскую резню бензопилой устроить. Ладно, сейчас пойдем на миссию.